Если вы любите морепродукты и вам по душе блюда в азиатском стиле, тогда ни в коем случае не проходите мимо, я хочу научить вас готовить жареные креветки в остром маринаде. Запоминайте. Подавать такие креветки можно с отварным рисом, дополнив овощами и сладкими ананасами, например, или же использовать как ингредиент для салата. Количество чили, конечно же, можно уменьшить, однако маринад однозначно должен быть пикантным. Настаивать перед жаркой морепродукты рекомендую минимум минут 25, но можно оставить в холодильнике и на более длительный срок. 1. Все ингредиенты для маринада, сок лайма, соевый соус, масло, измельченный чеснок и чили, соедините в глубокой мисочке. 2. Тщательно перемешайте все до однородности. 3. Добавьте очищенные креветки, перемешайте и оставьте в холодильнике мариноваться. 4. Разогрейте на сковороде чуточку масла. Выложите креветки. 4. Разогрейте на сковороде чуточку масла. Выложите креветки. 6. Жареные креветки в остром маринаде – это невероятно вкусно и совсем не сложно. Обязательно попробуйте повторить рецепт.